играют грамотнее, чем в прошлом. Чем вот Игус это вас, как да, последний не играет. Yes. Давай мы быть модными и говорить success. А? По-английски. Success. Success. Success, хули. Батя называется success. А? Success. Бодренько начали, да? Влад, зато тут в этом зале тебя вратарь не забьет больше. В этом зале тебя вратарь не забьет больше. Не факт. Отлично. Вот нас бы никто не побежал на этот пас. Вообще да ладно, просто манишки одели. Вот это пацан, у них всегда был. Вот это новенький какой-то. Хорош. Ах! Кандима разобрался, да? Это поживее матч. Поживее этот матч. Повзрослее. Сказал, что сейчас серьезнее выглядит себя.
Что с ним сделал? И как? Как они теперь? Как они называют? Сибил? Они что, переехали в Сибил? Лови! Это будет интересно. Ну, неожиданный. Влад сразу. Да. На тебя посмотрим завтра. Он тебе гол забил, поэтому ты так на него злишься, да? Третье звено, знаешь, как в хоккее, третье звено. Это звено Кузнецова. Походу, еще должно подойти звено. Они каждый по 5 минут. О чем и говорил я. Thank you.
давай, анализируй гол. Давай. Анализируй гол. Эксперт, да, такой? Да. Мы знаем, что у тебя зубы, то, что тебя забил. Thank you.
Наказали тут же. Давай, как эксперт, оцени действия вратаря.
оценочку. Дима может. Да, он же Дима хороший. Очень много сейчас. А? Очень много брак. Блин.
прикольный момент. Влад, давай оценку. Как нужно было играть? Это скользкие руки. Они заменили вратаря, они же другой был вроде. Да, заменили. Еще включали все вот так. Вот смотри, сейчас вратаришка как тебе забьет, спрыгни так, хоп. Вратаришка как тебе тогда положит сейчас. Он сейчас не пропустил за шиворот. Всю жизнь помню. Хоккейному забили, ворота подвинулись. 2-1, да. Команду всю ворота поставили. Да, там еще начали драться, да, что вот пихивать. Брака меньше, техничнее, лучше. Осталось как? Будет там, да. Нет, минут 8 осталось. Ну, как бы 9 минут я отснял, но я не начал сначала. Я минуту пропустил, может, ну, 10. Все испортил своим криком. Криком он испугался, а на лопатце. Ух ты. Вот вратаришка молодец. Ну ты так в жизни выскочишь, так самоотверженно. Я шучу. Надо эти хоккейные защиту. Влад, на опыте прочитай эту игру. Давай, давай, втроем. Блин, ну вроде все правильно сделано. Брак. Дима прицеливается, Дима идет. Запоминайте сразу мудил. Ты думаешь, не вычислим сразу? Давай, можете. Только не пропустите больше. Ну, скажите, что вы что полевого. Чтобы не пропустить. Вы этих понтыков познаете, нравится. Thank you.
подздохли, по-моему. А? С вечера подздохли что-то. Знаешь, как чувствуешь, что катаешь, да? Тяжело сказать, что не катают. Ну, я имею в виду мяч, но не очень честно. Мяч у них не очень держит. А все, он, вратарь довольно ничего не... Ух ты! Холодно что-то тут. Не забили. Ну, потому что там не было в реальности. Бабка доказала. Давай втроем, блядь! Это было в стиле Иванова сейчас. Замены есть, он еще сдохнет, непонятно. Была бы йога Бонита. Для йога Бонита отдыхает. Видел ваду на вратаре? Да. Не пропустили в самом деле. Все, осталось минутку играть, наверное. Yeah.
Надеюсь, пацан сильно не обидится, но... Ты извинись. Извини. Но это выглядело именно.